Я рада представити вам наших ранкових гостей, магістр театральної справи Тетяна Скупченко та її вихованці Марина Шейбак та Акім Насаль. Вітаємо вас! Доброго дня! Доброго дня! Доброго дня! З вами ми проводимо цикл вправ для мовленнєвого апарату, для того, щоб наша вимова була гарна, чітка, і для того, щоб спілкуватися із нами було приємно. Сьогодні пані Тетяна будете навчати нас вправ для дихання. Ну, до дыхания мы там как бы чуть-чуть не дойдем, мы только элементы, первые там шаги по дыханию сделаем, вот. Но сегодня мы хотим еще продолжить, немножечко просто в прошлый раз не успели по дикции, по произношению согласных, гласных, да. Вот, мы с вами в прошлый раз сделали упражнение для, я называю с малышами, для хвоста, да, разминка для хвоста, да, ребята? Разминку для хвоста мы делаем, да, мы хорошие? Ну, а сейчас мы хотим познакомить, как же можно работать с гласными и согласными. А потом чуть-чуть покажем по дыханию, да, покажем по дыхание, ребятушки. Да. Итак, ну что, моя хорошая, давайте тогда встанем и покажем нашим ребятам. Встаете, смотрите, те, кто смотрит нас сегодня, сегодня выходной, всех ребят, наверное, возле телевизора сидят. Да, больше не машем ручками и смотрим вот на камеру, пожалуйста, да? Итак, моя хорошая, мы для начала скажем звук А. Где у нас звук А? Покажите звук А. 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 Хорошо. А теперь мы с вами звук А говорим О. О. Дальше У. У. А теперь попрыгайте, говорим А. Прыгаем. А. 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 О. О. Спасибо. А теперь давайте мы с вами наше любимое упражнение сделаем, да? А, давайте говорим эй, как далеко. Эй, как далеко. И растягиваем еще эй, как далеко. Как далеко. А дальше говорим, повернись, Маринушенька, к Акиму. Повернись, повернись лицом к Акиму, скажи Аким, говори ручками. Аким. Ты где? Ты где? Говори, я тут. Я тут. Нет, растягиваем гласные. Я тут. Говорим. Я тут. А, это долгота наших гласных, да? Дальше говорим, о, как высоко. Ну, о, как высоко. А ручки убрали, ручки убрали. Какой о, высоко. Да, как высоко, да? Дальше говорим, ух. Ух, как хорошо. Да, еще раз. Ух, как хорошо. Еще раз. И ух, как хорошо. Хорошо. Ну, а теперь мы с вами давайте скажите. Я думаю, что у каждого дома есть дома у папы такие инструменты, да, рубанок называется, да? И часто по дереву. У моего папы нет. Нет у папы. Маришенька, наверное, твой папа тоже есть, да, рубанок такой? У моего папы тоже только пила есть. Пила, ну хорошо, мы потом и пилой поработаем. А пока рубанком. И ж, 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 ж. Ж. Сильнее. Ж. Сильнее. Ж. 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 Спасибо. Ж. Так, а как пила делает у нас? Пила. З. Не электрическая пила, а ручная пила. Да, хорошо. Дальше мы хорошие. Ну, а теперь мы с вами позабиваем гвоздики. Давайте, ну. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Так, на гвоздики смотрим, пальцы прибили себе. На гвозди смотрим. И. Тук-тук-тук-тук. Где наши гвозди? Где наши глазки? Смотрим на гвозди и тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Еще раз и тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. А вот у нас Аким забил себе руку, потому что Марина на гвоздики смотрит, а Аким не смотрит. Смотрим на гвоздики, хорошо. Ну а сейчас мы с вами попробуем сдувать мячик, да? Вот бывает только мяч непослушный, но он не сдувает совершенно. Мы делаем, ну, потихонечку. Сильно, сильно, сильно. А теперь попробуем мы с вами еще раз дуть мячик, только помогаем ножками, да? Вот как Аким показывал, да? Но непослушный мяч. И сжимаемся все полностью, сжимаемся, 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 сжимаемся. Все, хорошо. Сдулся мячик. Мой мяч сдулся. Сдулся, все. И лопнул. И лопнул даже бак. Вот, даже лопнул мяч. Хорошо. А теперь давайте мы с вами попробуем комара половить. Где ты комарыш? Летай там. На тебе. И поймали. Зу. Есть, да? А ну-ка еще раз давайте, да? И. Я не успел поймать. Комар такой летает. Стоп, спасибо. Вот Марина правильно сделала. Марина делала дело долго. Зу. А ты прерывался. А ну-ка давай попробуем длинное-длинное. Зу. Попробуешь? И. А ну-ка, у кого больше получается? Кто длиннее выдержит, а? Зу. Потихонечку-потихонечку выдаваем звук. Потихонечку-потихонечку. Дыхание тоже имеется дыхание, да? Зу. А, уже взял. А, нет, нет, Маришке лучше получилось. Давайте поаплодируем нашу Маришку. Маришка молодец. Хорошо, ребятушки, умочки. Ну и, наконец,
подых. Присядьте, пока, спасибо, присядьте. И по дыханию. Я хочу, прежде чем показать упражнение, самое простое упражнение по дыханию, сказать, что есть гимнастика Стрельникова, и мы на следующий раз, уже когда придем в гости к вам, мы более подробнее расскажем. Потому что гимнастика Стрельникова, она чем хороша? Если делать 1000 упражнений в день, астмы не будет. То есть эта гимнастика не только полезна для дыхания, она полезна еще, чтобы убирать все болезни. Так, итак, пожалуйста, встаем, мои хорошие, встаем, 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 встаем. И самое главное упражнение, значит, вернее, правило. Мы вдыхаем только носиком, а выдыхаем ручкой, произвольно. Итак, да? Итак, давайте представим себе. А раньше, давным-давно, когда были первобытные люди, что первобытные люди делали? Они изучали своих врагов по запаху, да? Каждая... Племя мазалось особой мазью. И было понятно, что где-то рядышком враг. А ну-ка, дышим. Где? Есть? Ручки, ручки расслабили. И. Спасибо. Есть. А теперь, ну, так как у нас девочка Марина, мальчик тоже, Аким поможет ей, возьмет воображаемый цветочек. Цветочек взяли. А ну-ка. Цветочек возьми, Маришенька, цветочек. Где у нас цветочек? Нет. Нет, мы не взяли цветочек. Где цветочек конкретно? Вот, увидели, да? А ну-ка, понюхайте. Ой, как пахнет. Еще раз, ну. Ой, как пахнет. Видите, мы произвольно. Получается, дети вот вдыхают носиком, выдыхают ротиком. Спасибо, присядьте, пока мы хорошие. А знаете ли вы, что дети, вот они, правильно, дыхание именно у детей. Я хочу сказать, что вот малыши, вот у них от природы заложено правильное дыхание. Можешь пока присесть, отдохнуть, мои хорошие. Спасибо большое. А вот вы замечали, что дети, вот они, когда даже когда плачут, их крик, просто ребенок плачет, слышен на километры, потому что у него правильная подача звука от природы. Мы не придумаем что-то, оно из глубины идет, и дыхание из глубины идет. Вот, поэтому мы, мои хорошие, поэтому, значит, я хочу вам сейчас показать элементы первые шаги по дыханию. Что же можно делать нашим подрастающим поколениям, детям, малышам, как нужно дышать? Давайте покажем, как мы дышим еще раз, да? Итак, встаем, мои хорошие. Мы показали цветочек, да? Опять давайте покажем ушки. Ушки, да? Итак, пожалуйста, мы прижимаем ушки и дышим к плечикам и делаем. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Почему мы говорим «не знаю»? Потому что взрослый понимает, что мы вдох сделали, и пока переходим на другую сторону, выдох через рот произвольно пошел, да? А детям мы просто говорим, чтобы «не знаю», чтобы звук выходил. Так, резкий вдох носиком, еще раз, и «не знаю», «не знаю», «не знаю». Спасибо, да. Ну и теперь наше любимое занятие – насос, да? Скажите, есть велосипед у вас дома? Да. Итак, у меня носиком. Есть только старый. Только старый, ну ничего страшного, главное, что он есть. У тебя... А на даче вообще положено. И на даче, все у нас, все мы знаем, да. Мариша, есть велосипед дома у тебя? Есть, да? Насос у нас, да? Давайте попробуем накачать наше колесо, да? Есть. Итак, один черный, большой и маленький. Понятно, синий. Понятно. Итак, вдыхаем только носиком, резкий вдох. Ну-ка, сделайте носиком. Еще раз. Вдох. Итак, наклоняемся, ручки вниз и вдыхаем, и... Спасибо, спасибо. Слышите, вот у Маришки, она у нас уже так уже занимается годик почти. Аким только недавно пришел, поэтому она же понимает, что вдохи произвольные. И, наконец, наше любимое упражнение – обнимашки, да? Давайте пообнимаемся, да? И... Спасибо. Присядьте, мои хорошие. Спасибо, мои хорошие. Спасибо. А чем хороши обнимашки? Вы знаете, вот бывает, что это особенно эти вот маленькие 5 упражнений очень полезны для ведущих. Потому что, когда постоянно говоришь, голос устает. Голос устает, и для того, чтобы голос не устал... Томлюйте на тас. Да, совершенно верно. Если вы будете делать... У меня просто из практики, что мой ребенок, когда вот начал слишком часто заниматься... Ну, она актриса, поэтому. И у нее начал голос садиться. Чтобы голос не садился, мы тогда просто знакомый врач посоветовал, я говорю, так это же гимнастика Стрельникова. Она говорит, да, только если это делать 8 упражнений в день, 6 упражнений в день и 32 упражнения в день. Угу. То есть вот по увеличению. А потом опять 32, 16 и 8. То есть, видите, получается, есть система, и система помогает нам наработать наше не только дыхание, но и голос. Ну, раз мы еще заговорили о голосе, вот обычно дети зевают, да? Ну-ка, зевните. Спасибо. Почему очень полезно дыхать, вот этот зевок? Расслабление начинается с зевка. Любая репетиция должна начинаться с зевка. Мы хорошо зевнули, да? Только козел ручка закрываем, да? Ручка закрываем, ручка. Еще раз. И...
Закрыли. Спасибо. Попробуйте вы это сделать. Спасибо, малыш, спасибо. Попробуйте глубокие. Вы чувствуете, как связки ваши? А это одновременно расслабляет наши связки. Это упражнение для связок. А еще есть такое любимое упражнение у наших деток. Нет, не это, мы потом покажем. Хорошо? Когда мы делаем такие... Это разминает наши связки. Да, да, да. Да? Спасибо, спасибо. Вот такие, спасибо, хорошо, спасибо, все поняла, спасибо. Вот такие вот упражнения мы хотели показать нашим телезрителям, и для того, чтобы и хотел понимать, что, понимаете, искусство, оно не только это гармоническое развитие личности, а это еще здоровье. Мы знаем, что когда мы поем, все наши чакры открываются, да? А когда вот мы разговариваем, не только чакры открываются, а еще мы можем хорошо общаться с каждым, кто з нами общається. Дякую вам, що сьогодні звітали до нашої студії. До зустрічі наступного тижня. Будемо продовжувати гімнастику. Конечно. Повторюйте за нашими ранковими гостями. І наша вимова буде завжди гарною та якісною. Спасибо большое.